Всем приветики! Решил я вам показать, как можно снять изоляцию с проводов. То есть я сейчас делаю таким вот образом, беру. Но нужно аккуратно, потому что можно, если не аккуратно, можно вот ножничками проткнуть палец. Поэтому нужно аккуратненько. Вставляем ножнички. Почему ножничками? Я это делал сначала канцелярским ножом, но тоже нож соскочил. И воткнулся глубоко в палец, это уже зажило. Вот. И было бы жестко, если он воткнулся глубже. Или вот порезик, было бы жестко, если бы оно глубже прошло. Поэтому нужно либо какой-то специальный, инструмент, который легко снимает, либо очень аккуратно. То есть вставляем ножницы вот туда. Но не одновременно вставляем и режем, потому что если мы вставляем и режем, то когда оно разрежется, ножницы могут вылететь, как у меня, и воткнуться. Поэтому вставили, нажали. Дальше. После чего опять аккуратненько вставили, нажали. И все, вот оно реально режет хорошо, провода не задевает. А если начинать с другой стороны, тут уже у меня уже как бы порезанное, то тоже все довольно-таки просто. Аккуратненько вот сюда, в середину, где тоненькая, не сюда, где толстая, он толстенькая, а вот сюда, к этому краешку, где тоненькая, вставляем. Вставили, нажимаем. Пожалуйста, вот он уже режется. И так дальше тоже. Вставляем, дальше нажимаем, потом опять вставляем, нажимаем, вставляем, нажимаем. Ну и так, но не одновременно, потому что если мы одновременно вставляем и нажимаем, то ножницы тогда разрежут. Ну, получается, в конце, вот мы вставляем и одновременно нажимаем, тогда оно после того, как разрежет, то есть получается, вы делаете давление и режете. И когда оно разрежет, давление будет продолжаться, а провод уже закончится, и получается, вот вы давите и режете, и получается, когда оно разрежет, давление ваше продолжается, а провод уже вы разрезали, и оно просто полетит вам в палец. Поэтому, чтобы такого не было, вы сначала, с первым делом вставляете, а когда уже вставили, только потом нажимаете без давления. Ну и вот он, пожалуйста, освобождается. Ну, я еще медленно делаю, можно немножко быстрее, но аккуратненько, чтобы не соскочило. То есть вот вставили, нажали. Потом вставили, нажали. Опять вставили, нажали. Ну, довольно-таки такой простой способ ножничками для ногтей резать. И не нужен инструмент специальный. И оно и провода особо не цепляет. В принципе, можно даже не полностью. Вот так вот. Просто я до конца режу, можно не до конца. И просто вот так вот идти. Идти по проводу. Просто изи. Ну, легко и просто, короче, разрезается. Вот вставили, дорезали, но не до конца. Пододвинули, дорезали, но не до конца. Пододвинули, дорезали, пододвинули, дорезали. И так вот, как бумагу. Хоп-хоп. И оно идет себе. Главное, чтобы оно не соскочило и палец не проткнуло, потому что вы же все-таки давление создаете. Ну, давите на ножницы. Если они соскочат, то реально воткнутся в палец. По моей точке красной, я думаю, это уже понятно. Что они мне воткнулись в палец, и довольно-таки неприятная штука. А тем более, если они глубоко воткнутся, будет вообще больно и жестко. Ну и вот таким вот образом можно легко снимать изоляцию. А вот сейчас аккуратненько. Провод завершается, поэтому уже не давим. Вставили, нажали. Вставили, нажали. Вставили, нажали. Все, пожалуйста. Вот теперь провод разрезан. А теперь достаем провода, смотрим. Вот как мы их резали. Что с ними стало? Ничего. Белое это из-за того, что внутри провод. Ну, типа, внутри, вот если пальцем провести, он палец тоже будет белый. А так оно провода даже особо и не задело.
Вот я прошел все. Хотя нет, тут поцарапало немножко провода. Вот здесь вот царапки есть. Вот они от ножниц. Царапки. Да, все-таки немножко царапает. Вот они есть царапки. Но в данный момент просто я никак не мог придумать, как мне снять изоляцию. Придумал ножницами. Ну, немножко провода поцарапались, но в целом. Это получается, они нормально выглядят. Просто с одной стороны, где прошлись ножницы. Причем вот синий провод нормальный вроде. Коричневый тоже нормальный. И только желтый поцарапался. Ну, вот коричневый реально нормальный. Целенький со всех сторон. Синий тоже. А вот желтый, видимо, по нему шли ножницы. Ну, в желтый упирались, видимо, потому что там же три провода. Если было бы два провода, ну, как раз бы посередине шло, и ничего бы не задело. Но три провода, и вот. Получается, как ножницы шли. Вот царапочка, вот царапочка, вот царапочка. Вот. Ну, короче, царапинки есть. Но в целом это не сильно страшно. Вот таким вот образом можно освобождать провода от изоляции. Просто благодаря ножницам для ногтей. Если нет инструмента. Если инструмент есть, то, конечно же, лучше инструментом. Но у меня нету, поэтому я вышел из ситуации таким вот образом. Ну, на этом все. Всем покедово.